генеральный директор ФосАгро, официального партнера Международного года периодической таблицы химических элементов, Андрей Андреевич Курьев. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, гости. Спасибо большое за возможность выступить, за то, что именно наша компания была выбрана партнером в проведении мероприятия Международного дня периодической таблицы в России и за рубежом. Конечно, приятно, что глава ЮНЕСКО Андрей Азуле на открытии года в Париже отметила активную поддержку науки и образования стороны правительства Российской Федерации, компании ФосАгро. Приятно также, что и съезд Менделеевский, самый авторитетный химический форум в нашей стране, проходит в ведущем старейшем техническом вузе России, с которым плодотворно компания сотрудничает долгие годы. Для нас, мирового лидера в производстве минеральных удобрений, экологически чистых удобрений, большая честь быть причастным к развитию огромного научного наследия великого русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, который, к тому же, является, что для нас крайне важно, основоположником агрохимии в России. Для нас очевидно, чтобы из эффективного партнерства науки и бизнеса невозможно обеспечить устойчивое развитие на Земле, выиграть и стоять твердо перед глобальными вызовами, которые мы видим в будущем и встречаем уже сегодня. Плодотворно сотрудничая с наукой, ЮНЕСКО и ФАО, мы бросаем вызов таким глобальным задачам, как голод, деградация почв, помогаем обеспечивать продовольственную безопасность во всем мире и заботиться об окружающей среде, повышая при этом, конечно, производство и эффективность производства в первую очередь, обеспечивать национальную и глобальную продовольственную безопасность во всем мире, использовать самые лучшие доступные технологии, которые дает нам сегодня наука. Мы инвестируем в развитие и в НИОКР, как компания, громадные средства, это более полумиллиарда долларов каждый год. Инновационное решение в отрасли минеральных удобрений обеспечивает единственный в России и ведущий в Европе и в мире профильный научно-исследовательский институт имени выдающегося ученого российского Самойлова, который входит в компанию ФосАгро. Именно этот институт де-факто создал в нашей стране самую мощную отрасль минеральных удобрений. И в эти дни я хочу похвастаться сегодня перед вами, перед коллегами. Мы празднуем его столетний юбилей. Мы работаем с ведущими международными исследовательскими организациями, чтобы помочь фермерам повысить урожайность во всем мире. Мы первые из частных российских компаний заключили соглашение с Российской академией наук и активно сотрудничаем в сфере инновационного развития в отрасли минеральных удобрений. Я хочу сказать, что мы приложим максимальные усилия, чтобы этот год стал годом дальнейшей интеграции российской фундаментальной науки, реального бизнеса и глобальных международных институтов в области устойчивого развития. Я уверен, что Международный год таблицы Менделеева принесет нам много новых имен и открытий на благо человечества. Ведь химия – это наука о жизни, химия – это и есть Вселенная. И также в завершении своего выступления я хотел бы от лица нашей компании преподнести в дар Горному институту, Санкт-Петербургскому Горному институту, именно в день 150-летия Менделеева, потому что действительно этот ученый сильно связан с Горным институтом, и компания ФосАгро очень долго плодотворно сотрудничает. Ту прекрасную таблицу Менделеева, которую вы видите на входе, которая состоит из настоящих элементов, физических элементов этой таблицы, где даже академик Оганесян расписался на одном, ну, на своем элементе. Вот. Поэтому, Владимир Стефанович, пожалуйста, примите это от компании, от нашей компании ФосАгро, потому что я хотел бы, чтобы эта таблица стояла в вашем великолепном и прекрасном музее, который вы отремонтировали, воссоздали, который сегодня является, наверное, одним из самых лучших и красивейших музеев мира, я хочу сказать. Вам всех
я хотел поздравить с этим замечательным событием, праздником. Вам плодотворной работы, всего самого хорошего. Спасибо.